Мировая экономика находится в глубокой рецессии, но начинает выбираться из тех глубин, куда она скатилась в апреле. Об этом говорится в новом докладе МВФ. Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса пока не закончилась, а это значит, что ее последствия могут быть еще хуже. Вместе с тем, фонд улучшил свои прогнозы по мировому ВВП в текущем году. По оценкам МВФ, спад составит 4,4%. В третьем квартале мы наблюдаем восстановление, но оно было частичным. Рост ВВП ускорился, так как мы выходили из очень проблемной ситуации, но активность не смогла вернуться к уровню, зарегистрированному до пандемии, поэтому восстановление экономики было частичным. В странах еврозоны спад составит 8,3%. Больше всего из-за кризиса пострадает Испания. ВВП страны потеряет 12,8%. Если нынешняя вспышка коронавируса будет долговременной, либо нанесет ущерб из-за серьезности заболевания у заразившихся, то это станет понижательным риском для нашего прогноза, в особенности в том, что касается следующего года. В большинстве стран темпы роста ВВП лишь к 2022 году вернутся к показателям, которые были зафиксированы до пандемии. В МВФ призывают реструктурировать задолженности бедных стран, которые, по оценкам экспертов, достигли неприемлемого уровня.